Девушки, как я делаю закрытие петель на макушке? Я отрезаю ниточку нужной длины. Через каждую петельку я ее провожу. Можно это делать спицами, можно это делать крючком, как вам удобнее. Вот я пару петель спицами это сделала, пару петель крючком. Так я делаю со всеми петельками. Вот что у меня получается. Я просто затягиваю эту ниточку. Затягиваю и вывожу ее на ту сторону. Я ее прячу, и вот такое аккуратное закрытие петель у меня получается.